Всем привет, народ! Сегодня поговорим о проекте, в котором можно зарабатывать колоссальные суммы денег на падающем крипторынке, на боте, который дает вам возможность приумножаться и зарабатывать от 15% до 150% в месяц. Садитесь поудобнее, я начинаю. Сразу перед видео я, как всегда, предупреждаю всех о рисках, о инвестициях, напоминаю, что риски здесь всегда присутствуют, что я никогда никого ни к чему не принуждаю и просто рассказываю, куда лично инвестирую, где зарабатываю и где можно зарабатывать. Входить в проект или нет, решение принимаете только вы сами. Также не забывайте подписываться на все три мои YouTube канала. Первый канал — это Криптомани, второй канал — это Мегабабки, ну а третий канал — это Биткоин Лидер ТВ от Мегабабок. Все ссылочки, ребят, внизу в описании. Ну а теперь давайте перейдем к этому проекту. Это топовый проект, который называется MonoDX. Здесь вы можете зарабатывать на своих ботах, инвестируя свои деньги. При этом вы деньги в любой момент можете забрать. Да, ребят, именно в любой момент вы можете вернуть свои деньги. Сейчас мы зашли на AutoTrade, да, как вы знаете, здесь можно делать инвестицию, об этом мы расскажем чуть попозже. И здесь есть панелечка от нять, да, то есть забрать свои деньги обратно. Давайте сейчас пройдемся, что мы можем зарабатывать. Заходим в бот инфо, и здесь вы выбираете бота, который вам подходит по вашей сумме инвестирования. Если это первый бот, это от 10 долларов до 150 долларов, да, и пошло на возрастание, соответственно, вы увеличивается, сколько вы можете заработать в месяц. При этом здесь тарифные планы можно поставить на час, можно поставить на день, на 7 дней, на месяц и на 3 месяца. Соответственно, вы можете ставить и зарабатывать каждый день проценты. Это, конечно же, очень круто. Причем каждый час можно зарабатывать, выводить без каких-либо проблем. При этом, конечно же, есть такие проценты, что можно заработать 84% в месяц, можно 94%, и соответственно от суммы инвестирования смотрим. Рекомендую всем перейти в ссылочки внизу в описании, зарегистрироваться и выбрать своего бота, который будет приносить вам доход до 150% в месяц. Да, инвестировать можно любую сумму вплоть с 10 долларов. После того, как вы зарегистрировались, вам нужно будет зайти в кошелек и сделать депозит. Выбираем сумму и криптовалюту, ту, которую вы хотите сделать депозит. Нажимаем депозит, выбираем сумму, к примеру, это 10 долларов, 100 долларов, 1000, 10 тысяч, вы уже сами решаете. И у вас автоматически будет пересчет, да, то есть компьютер сам просчитает, сколько у вас нужно, да, в той либо иной криптовалюте занести. После чего нажимаем Pay, и соответственно у вас открывается кошелек для того, чтобы сделать пополнение. Либо через CVV-код, либо же через сам кошелек. Копируем, делаем пополнение, ждем зачисления, и у вас деньги будут на балансе. Для того, чтобы эти деньги отправить в работу, вы заходите в AutoTrade, выбираем бота, который вы хотите, да, то есть, соответственно, от суммы инвестирования, к примеру, это вот у меня, это третий бот, я инвестировал 1000 долларов почти, после чего нам нужно выбрать пару, на которую у вас есть деньги, да, к примеру, это у меня Litecoin USDT, выбрал. После этого мы выбираем время, которое у нас используется, к примеру, если это 1 час, то мы выбираем 1 час. Вы хотите торговать 1 час. Если вы хотите торговать 24 часа, выбираем 24 часа. Также можно выбрать 1 неделю, 1 месяц. Вы уже сами решаете. Выбираем. После этого здесь вы указываете сумму, которая у вас есть, да, то есть вы выбираете либо 100%, можно прописать, да, к примеру, как это делал я в последний раз. И, соответственно, нажимаете старт. Все, деньги пойдут в работу. И через 24 часа, если вы выбрали 24 часа, либо же через час, либо же через неделю, либо через месяц, через 3 месяца, у вас деньги вернутся на баланс. Но есть одно но. Если вы выбираете, к примеру, 24 часа, как это делаю я, да, то есть каждый день я делаю инвестицию. У вас пошел таймер, вы каждый день получаете прибыль, соответственно, да, и получаете деньги, которые у вас находятся в депозите, в работе. Если вам срочно понадобились деньги, вы просто нажимаете «Забрать», и эти деньги, ребят, которые вы
инвестировали, вы можете забрать сразу же, в любой момент, когда вам понадобились деньги, вы их можете забрать. Это, конечно же, очень большой и крутой фича, да, то есть вы забираете деньги в любой момент, но при этом вы теряете проценты. Вы должны понимать, если вы выбираете, к примеру, на 7 дней, каждый день идут начисления, и именно за тот день, когда вы забрали свои деньги, да, то есть за этот день вам не начислится этот процент. То есть это вы должны также учитывать. После этого мы заходим в наш кошелек. Здесь у нас есть две кнопочки. Здесь кнопочка, это у нас именно имеется в виду Litecoin, да, то есть здесь начисление. Вы нажимаете сюда, когда начисления произошли, вы нажимаете сюда, и эти деньги переносятся вот сюда. После чего вы нажимаете вывод, вводите сумму, которую вы хотите вывести. Здесь пишется сумма, которую вы получите. Как видите, вывод 3%. И при этом здесь вы должны указать кошелек. Если есть мнемоническая фраза, то есть через рисочку memory фразу. Нажимаем вывод и ждем подтверждения. Лично я вчера вывел с этого проекта, как видите, 47 центов в лайткоине мне пришло, это 25 долларов. Давайте обновлю страничку специально для всех, чтобы не было каких-либо вопросов. Соответственно, да, то есть все прогрузится, и вы увидите, что это реально так. 47 центов мне вывелось без каких-либо проблем. Проект, ребят, платит, и все замечательно. Каждый день здесь буду делать реинвесты, и каждый день буду зарабатывать деньги. Специально сделал инвестицию в 19 ровно лайткоинов, чтобы было вам удобнее показывать, да, то есть сколько я заработал за день. И, соответственно, вы это можете тоже просчитать. Ссылочка на проект будет внизу в описании. Используя, ребят, партнерскую программу, вы также можете зарабатывать колоссальные суммы денег. Зайдем в партнеры, часто задаваем вопросы. И здесь 12%, ребят, от заработанными вашими рефералами. То есть, что это значит? К примеру, вы привели 100 человек. Эти 100 человек проинвестировали 100 тысяч долларов. Вы не зарабатываете 12%. Процентов с ихних 100 тысяч долларов. То есть вы не имеете ничего с того, что они проинвестировали. Вы зарабатываете с того, что они заработали. Что это означает для вас? Каждый день начисления. То есть каждый человек, который будет торговать в этот день, да, то есть будет вам приносить 12% дополнительно к вашему заработку. К примеру, человек заработал 100 долларов, да, и вы можете считать, с этих 100 долларов 12% еще идет вам. Человек получает 100, а вы получаете 12% с этих 100 еще дополнительно. Это, конечно же, очень круто, и это я рекомендую использовать партнерскую программу. У меня был такой один проект, это был проект L7 Trade, многие мои подписчики о нем знают, и там мы заработали колоссальные суммы денег. Потому раскачиваем этот проект, зарабатываем колоссальные суммы денег и инвестируем, и приумножаемся. Не забывая, конечно же, о рисках, не забывая ставить лайки и подписываться на канал. Всем спасибо за просмотр. Куча видео об этом проекте будет дальше. Подписывайтесь, не пропусти. Пока.